канун 9 мая. Почтите память ветеранов. Ленточки совершенно бесплатные. Спасибо. Кому Дня Победы, повяжите на автомобиль или на одежду. Пожалуйста. Изначально ленточка была задумана, конечно же, российской компанией РИА Новости, которая в канун Дня Победы стала раздавать ленточки. И, конечно же, потихоньку-потихоньку акция превратилась в огромную, большую акцию, которая ничего общего с политическими какими-то моментами не имеет отношения. Вот мы ленточку раздаем только в канун Дня Победы для того, чтобы почтить память ветеранов. Ленточки в канун Дня Победы, пожалуйста. Я так рада, что я получила эту ленточку, у меня такой восторг, я так счастлива, что вот я родилась, например, в День Победы, и что вот у меня это Георгиевская. А я молодежь всех вот республик бывших советских, а сейчас они все самостоятельные государства, они должны помнить всех своих фронтовиков и не забывать, это фашизм, которую сейчас на Украине. Это гордость за страну, гордость за наших отцов, дедов, за молодое поколение, которое воевало, которое защищало страну, которое положило свои жизни. Это символ победы, сейчас просто пытаются этому придать некий политический окрас, но, по-моему, это